В нашей стране это называется обыкновенный фашизм. Другого слова этому нет. И мы пришли сюда протестовать против нашего государства, которое начало войну. Не надо винить ни Путина, никого. Сами развязали, сами должны закончить. Поэтому мы сейчас очень солидарны с жителями Донбасса и хотим, чтобы эта война прекратилась. Не было этого братоубийства. Представник українського народу від Львівської області, сама родилася в Запоріжжі, але я проти війни, проти крові, проти вибухів, проти знищення національності. Україна повинна жити, вижити в любій ситуації, вона виживе, вона сильна. Я теж підтримую Донецьку, Луганську область і солідарна з жителями. Жителями этой страны, и я хочу, чтобы прекратилась война, братоубийственная. Она ни к чему не приведет у вас. Всегда победит честность, справедливость, и всегда будет оно восторжествовать.